Мы поставили варить картофель для картофель-салата. Эту картошку мы нарежем на диски, потом зальем маринадом. Из чего мы делаем маринад? Маринад мы делаем из бульона, который у нас получился при приготовлении руки. Белый винный уксус, винегар, масло растительное. Очищаю от кожуры огурцы. Дрявая, красивая. Петрушка. Мы сейчас ее мелко-мелко порежем. И лук-резанец, он такой красивый. Перемешаем салат. У нас готов картофельный салат. Тем временем его нужно немножечко охладить. И буквально на 10 минут мы отправляем этот салат в холодильник.